Роман Самоучка. Первой работой спичек он сделал еще 5 лет назад. Дебютная поделка «Спичечный домик» не удалась. Тогда Роман не знал, как избавиться от спичечных головок. Я примерно разобрал 3-4 коробка, попытался что-то собрать. Ничего не получилось, кинул в ванну и все сжег. К этой работе я уже отнесся более детально, более продуманно, подготовленно. После молодой человек понял, что от них можно избавиться через вымачивание. Первая крупная работа, огромный 1,5-метровый корабль, получилась. На ее создание ушло 2,5 года, 1500 спичечных коробок и больше 60 000 спичек. При этом готового лекала для корабля не было. Дизайн модели – идея Романа. Меня часто спрашивают, хотелось ли мне его поджечь. То думаю, да, я бы с удовольствием, мне кажется, посмотрел, как он горит, но все-таки жалко всего потраченного времени и сил. Юноша говорит, увлечение спичками – недешевое удовольствие. Корабль обошелся в 30 000 рублей. Но это не остановило Романа. Он уже начал несколько небольших работ и новый корабль. Это будет черная жемчужина из фильма о пиратах. По размерам больше первого на 0,5 метра. Роман говорит, что ему точно хватит терпения и усидчивости. А это главное качество для такого увлечения, чтобы собрать и ее. Полина Жданова, «День с толком».